Татьяна Ивановна, скажите, сколько реально здесь до конца, чтобы сесть, вот ни одного работника не видно на объекте. Мы говорим о том, что сегодня нам чего-то не хватает. Сколько нужно времени и сколько людей, чтобы работал ежедневно на объекте, чтобы объект был закончен до конца года? Но не менее 30-40 человек, так, объект будет закончен. За 2 месяца можно до конца года закончить? Безусловно. При желании подрядчика и при наличии у него финансовых средств. Оборудование. Вот, вот профессиональный строитель говорит. При условии финансирования. При условии финансирования, я говорю, с начала года деньги лежат на счетах, мы готовы оплачивать его после того, когда работы будут выполнены. Скажите, вот эту вентиляцию оплачивать можно, как она выполнена? Я понимаю, что на 90% она сделана. Раз то вы проведены, вся разводка сделана, но это можно принять на завершенную работу или нет? Да, там 5% осталось от тех затрат. А что мешает их сделать? Завтра придет прокурор и задаст вопрос, на каком основании вы это все оплатили? Я ему что скажу? Поверил подрядчику на честное слово? Мы сейчас говорим не о вентиляции, мы сейчас говорим...